Показывать студенческие спектакли в Институте психологии и образования стало традицией. Студенческий театр «Триумф» существует с 2015 года. Здесь студенты выступают актерами, сценаристами, помощниками режиссера, декораторами. Студенты вовлечены в эту деятельность не случайно. Они обучаются по профилю начальное образование и иностранный английский язык. Профессия учителя, она обязывает всегда быть актером. Учитель всегда на виду перед всеми. И, конечно же, то, что умеет делать педагог, он должен передать и научить этому своих воспитанников, то есть учащихся начальных классов. Студенты третьего курса показали два спектакля. «Алиса в стране чудес» по сказке повести английского писателя Льюиса Кэрролла и уроки французского по повести Валентина Распутина. Наш театр с каждым годом все больше развивается, систематизируется, и все больше студентов интересуется этим театром. Я играю в него уже третий год. Мне очень нравится. Очень все здорово. Я развиваюсь и развиваю свое актерское мастерство. Также занимаемся с детским театром «Радуга», являемся наставниками для деток, также и им показываем различные спектакли. Вот. Это нам помогает развивать свое ораторское мастерство, что очень нам поможет в будущем, нашей будущей профессии учителя. Спектакли были показаны перед школьниками города Казани и Республики Татарстан. Студенты прекрасно справились с поставленными задачами и продемонстрировали высокий уровень артистизма. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюз.